хохотом рубца жани бачара, харидал калабас шулабура, ничее умуму сберцин хабура, вот хулати ему босик дирватан, ничее умуму сберцин хабура, вот хулати ему босик дирватан. Собственное производство, она была поставлена во все медицинские учреждения и учреждения образования. Поэтому самая главная цель у нас была посетить это предприятие, посмотреть сам технологический процесс, как здесь поставить. Но мы убедились, что это одно из таких знаковых предприятий нашей республики, потому что здесь перерабатывается порядка 650-700 тонн абрикосов, не говоря уже о другой продукции. А это тоже очень немаловажно, потому что у нас здесь горно-долинное садоводство пока еще сохранилось и в Ботевском районе, и в Гумбетовском районе, и в ряде других районов. Ну, раз мы здесь будем говорить о Ботевском районе, поэтому такая переработка тоже важна. Мы с руководителем сейчас пообщались и пришли к одному мнению.
У нас здесь должна быть своя отдельная линия по розливу мелкую упаковочную тару продукции, которая производится на этом предприятии. Потому что сегодня, например, будем говорить, это и непрезентабельно, и как-то некоторые уже жалуются, что трехлитровые баллоны сегодня никуда не поставишь, да, и они имеют совсем другой вид тоже. Поэтому мы к одному мнению пришли, дано соответствующее поручение профильным министерством, в течение месяца они проработают предложение, и мы перед собой ставим такую цель запустить на базе этого предприятия еще одну такую линию, где будет осуществляться розлив такую мелкоупаковочную продукцию, в смысле мелкую упаковку, которая сегодня именно востребована на рынке. Это раз. Ну, во-вторых, мы убедились здесь. Оборудование, оно еще со времен Советского Союза, оборудование сохранилось. Мы благодарны нашему Магомеду за то, что он организовал это производство. Сюда практически не вложено ни одного бюджетного рубля, человек сам все организовал, и сегодня его продукция является самой, она самая такая продукция, которая востребована на рынке. Ну, в дальнейшем будем оказывать все меры государственной поддержки. И самое главное, будем расширять производство. Здравствуйте! Можно к вам гости? Какое стихотворение Расул Гамзатов вы знаете? Вот у меня просьба к вам, ко всем. Выучите по одному стихотворению Расула Гамзатова. Потому что это великий наш земляк. Человек, который воспевал наши горы, горные скалы, горцев, которые здесь живут, равнины, море Каспийское. И благодаря которым весь мир узнал, где Дагестан на карте находится и что такое Дагестан. Поэтому, тем более, Владимир Владимирович Путин, президент России, в следующий год объявил годом Расула Гамзатова. И я вам обещаю, я к вам приеду в мае месяце и буду каждого спрашивать в одном стихотворении. Приезжать, они знают, я не знаю. Сколько учеников у нас? 120. Это у нас начальная школа. Да, все, сколько ты учишься? 360.
360. Ну, сколько денег сюда пошло, я не знаю. Я сам дивизией не занимаюсь, но мне это не нравится. Вот посмотрите. Прямо вот туда посмотрите. Сюда посмотрите. И оправдываться не надо. Вы приезжайте в Махачкалу. Посмотрите, школы, где сделали ремонт. Они как новые школы. Смотрите. А что такое? И потом говорят, а моему сыну только нехорошие вещи видеть, когда ездит по республике. А мне приятно это видеть, например, в библиотеке, такую разведку. А что будет, если ребенка какого-то прокурора называется? Это тоже смотрите. Что, здравствуйте, вы называете? Можешь будет эту трубу подразить? Ты знаешь, кто такой Расул Газатов? Кто такой Расул Газатов? А ты знаешь, что в следующем году у него будет юбилей столетий? Хорошо. Стихотворение знаешь, какое он Расул Газатов? Или 4000, но есть очень много. Дальним звездам небесную роздым влетели ракеты не раз. Люди, люди высокие звезды, долетят не только до вас. А что-то отдельное помещение нет? Сегодня она не готова к работе. А зачем ее на баланс взяли? Я не знаю. Во-первых, жидкие отходы, чтобы убирать, вообще ничего нету. Просто там на пол будут течь они. И во-вторых, вот это из кухни, которые био отходы же есть, вот которые сюда. Вот их компоновать, вывозить, бункеровать, вообще ничего не предусмотрено. Объект должен работать. Это мусоросортировочный комплекс, чисто ручной работы. Вот отсюда загружается мусор. Вот туда подъезжает машина, высыпает мусор лавом. Она вот туда наверх поднимается, если пакеты есть, пакеты там и так далее, это разрывают. Полностью там она обрабатывается, размельчается, если большие куски. И вот здесь внизу, вот здесь отсюда должна вытекать вода, жидкость. Она должна уходить в канализацию, пока не сделаем. Остальное, более-менее твердые биоотходы, выходят вон туда. Их надо будет вывозить в Махачкалу, где будет у нас другой мусороперерабатывающий комплекс для образования компоста или техногрунта. Дальше вот здесь у нас 10 позиций, которые вырабатывают разные виды. Мусорная лента идет, люди будут стоять с той и с другой стороны. Вот здесь внизу вот такие люки, под люками ставятся вот эти контейнера и заполняются, например, бумага идет, они бумагу первую, бумагу сюда, белую бумагу, потом картон, потом стекло, потом там деревяшки и так далее. Вот здесь 10 позиций разных. Вот отсюда это загружается, он там маленький, видите, вон там сзади есть красная эта штучка. Как? Вот ее загружают вот сюда, и здесь делают брикет большой, плотный. Дальше, вот сюда, вон там наверху магнит, все, что остается, мелкий мусор и железо, идет вон туда, тот магнит ее к себе забирает, железо. Сюда уходят так называемые хвосты. Эти хвосты уходят, вон там есть... где хвосты компонуют, брикеты делают и загружают вот эти машины. У нас вот 3 контейнера, вот четвертый вот на нем стоит, специальная машина для вывоза мусорных хвостов для захоронения на мусорный полигон, который у нас будут. Один в Хасаюрте, другой в Кунтаркале и третий там. Ихний завод вот это будет закреплен за Хасаюртовским полигоном. Вот эти хвосты туда надо вывозить. Но для того, чтобы туда же на завод вывозить вот это жидкое, вот это,
вот это биоотходы, из нее делать компост. Ее больше нигде перерабатывать нельзя. Вода должна уходить, вон там внизу есть. Ну, вообще-то письмо за землю, куда деньги на землю. Сепаратор туда-сюда, третий, десятый, там очищается. Но ее надо включить в территориальную схему обращения с отходами. В 21-м году, когда территориальную схему делали, ее не включили. Здравствуйте. С приездом. Спасибо. Как ваши дела? Ничего. Как вот здоровье? Вроде бы нормально, не жалуемся. Как пока идет ремонт? Ремонт полным ходом. Полным ходом? Можно да посмотреть? Конечно. Сейчас. Вам нравится качество работы? Качество очень хорошее. Штукатурка, это все они сделали под маяк. Из хороших материалов,